Предбанничек. Обувь оставляем. Здесь вот второй такой тамбур. Тут у нас счетчик. А здесь вот висит мой комбезик, сушится. Вот моя сумка из-под вещей. Свитер тут мой лежит. Дальше проходит. Вот. Заходим. Тут вот такое зеркальце у нас. Тут зеркальце. Тут Антоша. Тут у нас тут Антоша зарядку игрушки, да? делает зарядку. Тут на этой кроватке Всё. Я спал сегодня. Топтан. Тут Антоша сегодня спал. Да. Тут кухонька такая модненькая. Мини-бар. Обратите внимание справа. Обратите внимание, с правой стороны мини-бар. Печь вести, бля. Чай, кстати, готов. Тут такие кресла-качалочки стоят. Шикарно. Тут телек. Ладно. Вот это особо хочу отметить. Это вот эта икона Георгия Победоносца. Где он побеждает. Вот это чудище. Очень красиво. Она еще, кстати, сделана в этой технике 3D. Типа. Она еще сделана в зеркальном отражении. Ты видишь? Видишь в зеркальном отражении? Видишь? Ну, еще одна там, да. Тут вот куча книг. Интересных таких. Например, вот двигатели внутреннего сгорания. Или судовые машины, механизмы. Или вот судовые дизеля. Или вот география, например. Или изучаем геометрию. Тут вот у нас печечка. Такая вот. Мощная. Которой мы обогревались всю ночь. Такие камни заставлены. Вокруг трубы. Они нагреваются, дают тепло. Вот и вот печечка. Гудит сразу. Ну, тут вот такой вид. В окно. Вот участочек такой тут. Вот участочек. Там банька. Рассвет. Сарайка. Ну, в принципе, нету ни хрена. Соседей нет. Никто тут зимой, потому что не живет. Вот такие отчаянные парни, как мы, могут сюда приехать зимой. И здесь жить. О! Лепота. Красота.